Всем приветики. Я хотел, чтобы к лету, когда распускаются листики и наступает тепло и все цветет, чтобы расцвела и проснулась моя. Я не знаю, кто это. Это была гусеничка. Я хотел, чтобы это была какая-то маленькая бабочка или большая, не знаю. Но, к сожалению, у нее не получилось. Она продолжает также лежать вот уже долгое время. И, как я могу судить по тому, что произошло, она просто засохла. Я не знаю, почему так случилось, но ее больше нет. С нами ее больше нет. Вот ее кокон, он так тянется сильно. Вот тянешь, он прямо так прилип. Вот даже можно тряпочку натянуть, видно, как и тряпочка натягивается. То есть это был ее кокон. Ну, есть, вернее. Она под тряпочкой его сделала, такой весь, как резиновый. И она вон там лежит. И похоже, что не будет она больше двигаться, потому что она засохла. Я не знаю, как это показать. Потому что камера как-то так фокус особо не ловит, но на этом ее жизненный цикл. Да, я не могу толком показать. Я могу попробовать открыть этот кокон. Все равно она, ей он уже все равно как бы сейчас. Итак, сейчас мы проведем необходимые манипуляции и откроем кокон. Он такой, как действительно какая-то слюна такая липкая. Он до сих пор, я вот отрываю, как будто бы такой немножко липковатый. Но видно, что она уже вся такая прям черная. То есть, ну все. Вот так вот выглядел кокон. Это все слюна такая. Здесь, видимо, это ее какашки. Вот одна, вторая, третья, четвертая. И вот она сама. Вся такая. Ну, от нее осталось, как я понимаю. Только, ну, как. Ну, в общем, она засохла. Мне кажется, сейчас, если на нее нажать, она будет твердая. Да, она даже не нажимается, она уже не мягкая. Она так как такой маленький камушек. О, вот так вот. Ну, в общем, блин, да, она все, она уже засохла. Она такая твердая была, и вот тяжело так нажалась, и просто как сухарик так. Ну, в общем, да, она засохла, и, к сожалению, на этом все заканчивается. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.